Длиннее. Принять. Сыра. На первый, второй. Рассчитайсь. Первый, второй. Расчет окончен. Как окончен? Вы же сами сказали, товарищ прапорщик, на первый, второй рассчитайсь. Первый, второй. Расчет окончен. Так, я тебя узнал, рядовой Суханов. Ты кто? Рядовой Суханов, товарищ прапорщик. Правильно. Суханов, вы слишком много себя ведете. Ты что тут, самый умный, а? Я? Ну не я же. Че ты на меня лицо свое вытаращил? Убери его в строй обратно. Я же скомандовал. На первый, второй рассчитайсь. Значит, нужно рассчитаться на первый и второй. То есть каждый должен назвать свой номер. Ясно? Для особо тупых могу повторить. Ясно? Так точно, товарищ командир. Будённый тебе командир, а я для тебя прапорщик. И я сказал, на первый, второй рассчитайся. Первый, второй, третий. Какой ты третий? Третьего не дано. Да вы же сами сказали, назвать свой номер. Первый, второй, я третий. Отставить. Я тут ведем занятия, а он тут юмором смеетесь, да? Товарищ прапорщик, вы... Молчать! Я бойцы в институтах арифметику не изучал. Но до двух я вас считать научу. Вы первый, вы второй. Вы, Суханов, должны сказать первый, чтобы я вам 20 раз, как пингвину в Африке, не повторял. Понятно? Понятно, товарищ прапорщик, я первый. Отделение. На первый, второй. Рассчитайся. Первый. Первый. Второй. Вам что, в детстве медведь на задницу наступил? Шутки шутить? Юмором смеяться здесь меня устроили, а? Вы же сами сказали, что я первый, товарищ прапорщик. Да, я сказал, ты первый, первый! Но ты второй первый, а он первый, первый! Потому что когда он первый, то он первый, первый! А ты после него второй первый, но он-то второй первый! Черт возьми, я с вами тут совсем уже запутался! Скоро совсем дебилом стану, как раньше! Ну зачем вы так, товарищ прапорщик? Молчать! Когда старший по званию думать пытается не влезать, я вам уже надоел объяснять. Первый, второй... Первый. И так далее. Сынок, просто скажи слово «первый» после второго, и все. Как бы сразу и сказали. На первый, второй. Рассчитайся. Первый, второй, первый. И так далее. Расстроился? Ага.